Ты любишь игру. Возможность присвоить чужую власть себе. Согласись, приятное чувство. Особенно, если эта власть была в руках Бобби Акселерода. Зря пришел сюда, Майк. Майк Принц, забудь про него. Что прикажешь с ним сделать? Прибить к бревну, облить маслом и поджечь нахрен. В стиле Жанны Д'Арк. Я всю жизнь пытался чего-то достичь, а теперь все к чертям катится из-за Бобби Акселерода. Он ударил, мы ударили в ответ. Кто-то должен стереть его с лица земли. Хорошо, договорились. Это не для суда, это личное. Настроение кого-нибудь уничтожить. Ты как трофей. Я сам охотник, разве ты еще не понял? Ты хладнокровный убийца и поступишь правильно, в правильный момент. Раз мы партнеры, доверься мне. Разве можно кому-то верить? Не хочу оставлять отпечатки. Ты будешь моим информатором. Пришло время с этим покончить раз и навсегда. Снова режим боевой готовности. Они придут за тобой. Я пришла тебя устранить. Если Акселерода загнать в угол, можно не выжить. Который час? Время надеть штаны взрослого мальчика. Для меня веселье только начинается. Мне это нравится.